Доброго вам здравия, доброго вам краба. Сегодня смотрим перед выдачей компьютер Kimran за 77 тысяч рублей по страшному курсу, близкому к отметке 199.68 он сегодня. В этой сборке очень важный элемент, это корпус. Народ нищает, и корпуса бюджетные стали очень важным атрибутом. Это бюджетный корпус. Боец эконом-класса. Есть белый, есть черный. Сбоку стекло, все экономически по максимуму порезано, но зато вот такие красивые, соответственно, финтифлюшки. Посмотрим по этому корпусу, что здесь. Видеокарта 4060, 8 гигабайт, не TI, а обычный 4060. У этой карты порезан порт, да, у нее количество линий порезано, но у этой карты еще и порезан порт. И когда я вставлял на автомате, пытался ждать, когда же замок защелкнется, он, сука, не щелкает, потому что полиция экономила, потому что он закрыться не может, потому что нечему закрываться, у нее коротышка у этой карты, у политовской. Вот, к примеру, MSI, да, у этой карты так же, как и у этой, порезаны линии, порезаны, но здесь забота о потребителе и поддержка класса, это более дорогого класса видеокарта, и здесь будет порт 16x полный, и будет закрытие порта, и будет щелчок, и видеокарта будет держаться намного лучше. Здесь у MSI вот он, полный порт 16x. Да, будет всего лишь 8 линий, но будет закрытие порта. А у Полита сэкономили. Короче, с этой картой замок не закроется, поэтому обязательно фиксация видеокарты двумя винтами. Если у вас при заринчивании одна резьба сорвется, ну тогда плохо. По биосу надо прошить биос. Биос прошивается. На сколько ступеней он прошивается? F1, будет F26. Это 8 ступеней вверх. Ну вот так сейчас перезагрузится, загрузится повторно эта утилита, в защищенном режиме начнется прошивка. Конфигурация компьютера, процессор Core i5 12400F, 6 ядер, 12 потоков, охлаждает SE214XT, 4 тепловые трубки, прямой контакт, здесь подсветка без управления, есть версия еще ARGB с управлением. Память 2 по 8, GSkill Aegis 3200. Материнская плата Gigabyte 610 Image. Ее VRM достаточно для i5-12400. Достаточно. Можно корчить и изображать, а можно мы реальностью заниматься. Та же самая плата Gigabyte MK. Уже процессор этот не вытягивает. Это вытягивает. По температуре VRM посмотрим. Ее температура чуть позже. SSD будет устанавливаться в порт M2. Вот он стоит. Он получает линии не процессорные, а линии чипсетные. Это кастрация чипсета. Надо где-то все-таки экономию получать. Но этого достаточно. Терабайтник Gen 3 от Adata. Блок питания First Player DK Premium. Это стал хит в своем ценовом диапазоне. А здесь 80+ бронза. Не бронза 230, а полноценный бронза с большим коридором входных напряжений. Соответственно, схемотехника вполне компромиссная. Да, не все степени защиты есть, но большинство присутствует. А плоские кабеля по рекламации пока мизерные. Абсолютно в тот же бюджет 77 тысяч получается этот же компьютер, но с процессором Ryzen 5 5600. Не 5600X, а 5600. Их разделяет частота 200 МГц. Все остальное у них одинаковое. Материнская плата будет Gigabyte 550 DS3HM. Появляется уже порт Gen 4 под SSD. Соответственно, и SSD в этот же бюджет будет считаться Adata 850 Gen 4. Кулер этот же остается. Память будет GSkill RipJavs 3600, а не 3200, а Aegis GSkill. Все остальное остается то же самое. И цена та же самая, 77 тысяч, но процессор вместо Intel будет AMD. И вот тут вы сами решаете, а что же брать. Вроде там SSD чуть поинтереснее будет, но это бабушка надо бы сказала. Короче, можно варьировать конфигурацию компьютера, смотреть и изменять. Запущен рендер на процессоре, Cinebench 23, потребляет процессор сейчас 80 Вт, греется не так уж и сильно. А по VRM, что с температурами? Ну, с температурами 65 по VRM, когда потребляет процессор 80 Вт. Запущен бичмарк Kunigan Cinebench, разрешение 8К. В открытом корпусе греем 4060 Polydual без OC. Бичмарк закончился. Как же прогрелось 4060 Polydual? Это попугай бичмарк, 8К разрешение. Температура по GPU 68, по hotspot 85,6, а вентиляторы 1700 оборотов. А потребляли 122 Вт.
пасту из комплекта ID Calling SE214XT откладываем в сторонку и кладу здесь термопасту с гигантским коэффициентом теплопроводности ID Calling Frost X25. Единственная у нее проблема, у нее коэффициент вязкости высокий, поэтому будет нанесение крестом, без всяких лопаток, лопаточкой ее не распределить. Пасту поменяли, здесь память будет прям впритык к кулеру, сейчас посмотрим, как станет. Место между радиатором и памятью. Здесь вагон вентилятора встает без каких-либо ограничений. Трубки у 214XT под небольшим углом в эту сторону идут. И при установке ищите именно это направление, и это будет ставиться вот сюда. То есть если его сейчас на 180 градусов повернуть радиатор, тогда его тело окажется уже где-то вот здесь. У корпуса перед весь продуваемый, фильтр здесь отсутствует, зато есть вот этот элемент, это со сустуфа взято, соответственно, ленточки. Выглядит эстетически прикольно, здесь за что зацепиться взгляду. Здесь пластик, это не металл, все это продувается и без фильтра. Насчет пыли можно предположить, что она будет. Сверху фильтр идет, вот он магнитный. Стекло без гашения вибрации на 4 барашки крепится, пленки с двух сторон. При сборке в корпусе эконом-класса от LC под гордым названием «Боец» для эстетической завершенности и для корректной сборки без ошибок для новичка желательно выбирать блок питания с плоскими кабелями. С плоскими. Почему? Вот они 8 пин. Красивая оплетка, здесь еще не сильно постарался производитель, есть где еще будет больше оплетка. А вот корпус, здесь вырез под 8 пин в целях экономической целесообразности отсутствует. Это не этот производитель придумал, это норма, в корпусах эконом-класса нет выреза под 8 пин. И предлагается, что или вы поведете его вот здесь, тогда эстетическая завершенность нарушается. Но не сильно красиво, тут же стекло, будете смотреть, как собрано. Или вы поведете его под материнской платой. А если он будет толстый, тогда материнская плата на это будет ложиться. Нагрузка, перекосы, это ошибка. А вот с плоским кабелем все нормально соберется. Смотрим на бюджетного бойца. Это оборотная часть. Место под кабель менеджмент здесь отведено, его не отведено, оно здесь отсутствует. Здесь классическая выштамповка в крышке. Да, это раньше так делали, вот это и есть место под кабель менеджмент. Вот эти кабеля будут вот сюда, прямо на крышку класться. Так, ладно, поэтому рассчитывайте место под кабель менеджмент. Оно вроде есть, но вроде его мало. По корзине под харды, вот она дырка. Это то, чего нету. Трехдюймовый хард вот сюда кверх ногами, двухдюймовый сюда. По блоку питания, да, длину можно ставить и большую. Здесь даже производитель не апеллирует параметры длина блока питания, потому что можно, если забить вот на эти дырки под двухдюймовые накопители, то можно до любой длины блок питания ставить. Это вариант укладки кабелей. А так вы сами решите, как и что вы будете располагать. Лучше, конечно, блок питания, у которого кабеля плоские, чтобы вот эту восьмерку завести. Фильтр магнитный. Сюда можно привинтить два вентилятора, только есть маленький нюанс. Вот. А по сути впритык все идет, поэтому при малом наличие опыта по сборке лучше с вентиляторами вот сюда наверх не беспокоиться. Да, в комплекте ни одного вентилятора нету. Обязательное условие, надо хотя бы один вентилятор на вытяжку поставить. Вот он стоит, вентилятор на вытяжку. На втяжку это по вашему усмотрению, в стоимость их не включали, и это логично, это эконом. В данном корпусе в силу его эконом-класса обязаны были порезать корзину. Ее и порезали. Сюда установить в корзину трехдюймовый хард физической возможности нет, потому что корзины нету. Вместо корзины в комплекте винтики. И 4, соответственно, резинки для гашения вибрации. 3 винта классические для корзины с хардами с гашением вибрациями. А вот 4-й винт удивил. Физически это вот такая длинная-длинная барашка. Вот это вот так выглядит. Раз, два, три. Здесь все понятно. А вот это четвертое, это здесь, наверное, впервые вижу такую хрень. Но это чтобы зафиксировать. Еще дополнительно, чтобы. Короче, вот это вместо корзин для трехдюймовых хардов.
4 резинки гашения вибрации, 4 винта с 2-дюймовыми накопителями. Здесь все довольно просторно. Первое, второе. Вот здесь 1-2 винта. 3-4 винта не будет. Вместо 3-4 винта будет такая посадка. Вот они. 1-2-3-4. И здесь то же самое. Вот сюда можно 2-дюймовые SATA SSD накопители ставить. Вот сюда харды ставить я бы не рекомендовал. Если надо ставить харды, тогда вот туда на днище. Там куча отверстий для установки как раз 2-дюймовых накопителей. Компьютеры Савеловский 2F22, Алексей Руднев.